своими глазами. Тепловая магистральная сеть диаметром 426 мм и 325 мм, длиной около 1,7 км, расположена в муниципе Белс микрорайона Дачи по улице Конева между улицами Ивана Франко и Лесечка, будет модернизирована. Принимая во внимание намерение местной публичной администрации капитально отремонтировать улицу Конева, ЧЕД Норд инициировала модернизацию и реконструкцию тепловой магистрали, чтобы исключить в будущем аварии и, соответственно, повреждения новой дороги. Работы были начаты на прошлой неделе и предусматривает замену тепловых сетей, которым более 30 лет и срок эксплуатации которых давно истек. Поскольку мы постоянно стремимся улучшить наши услуги, выбрали для установки предизолированные трубы, изготовленные по новой технологии, которая уменьшит потери теплоэнергии и минимизирует риск аварий в данном районе в течение следующих десятилетий. Предписанный срок эксплуатации предизолированных труб составляет 50 лет. Наряду с этим специалисты ЧЕД Норд выполняют работы по техническому обслуживанию всей системы централизованного отопления муниципия Бель с целью повышения ее надежности в новом отопительном сезоне 2020-2021 года. Работа является частью инвестиционного плана на 2020 год, утвержденного Национальным агентством по регулированию энергетики, и является частью проекта комплексного развития и совершенствования услуг ЧЕД Норд.